Тихо, тихо. Куда ты под лед повел? Давай, 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 давай. И снова здравствуйте. Я желаю вам счастья. Мы приехали на очередной подсковный водоем. Будем ловить хищника. Будем ловить, кто будет клевать. Оставайтесь с нами. Надеюсь, будет интересно. Ветер в 14 метров в секунду. Обещают за 16. Так. Кто-то там, кто-то там. Ух ты, ух ты. Ну выходи, выходи. Тихо, тихо, тихо. Ух, по тенам летели. Красотища, а? Спасибо. Фу, какая суперская. Продолжаем разговор. Да, ветер сильный. Панельки. Чуть-чуть. Что это? Плотвичка. Здравствуй, плотвичка. Красивая. Классненько, чудесненько. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Ну. Да. Ох, платвичку буянит. Платвичку буянит. А, красотулька. Игру поплавнее сделал, любит она это. И цапнула. Продолжаем заговор. Поплавнее сделал игру и клюнул по свечке. Так. Еще кто-то. И еще плотвичка. Тут поплавно пошла. А две куски. Нету кусков пока. Будем ждать. Thank you.
все клюет. Кто сказал, что не клюет? Ух, куда? Пошла? Нет, полосатик. А Жень говорит, не клюет, поехали за бычками. Это чтоб не уезжали, да? Ну да. Ух, ух мотает. Ух, отклеился. Ну ничего, а. И так бывает. Продолжаем разговор. Вот он, голубчик, голубчик, очередной, красавец. Ветер ужасный. Здорово, Лёш. Гаси, а ты откуда здесь? Здорово. Мы тут рыбалы. А где не скажем. Здорово, Жень. Это улов за сегодня? Не густо. И не пусто. Нормалек. Иди сюда, красотуля. Красотуля. Иди, гаврик. Чай будем. Так, 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 так. Ой-ой. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Куда ты под лед повел? Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Ах ты мой хороший. Ух ты мой красотуля. Здорово. Вернулись опять на Лунску, где первого поймал. По дороге домой. Отличненько. Соседи щучку завалили. Красава. Закончилась очередная наша рыбалка на очередном носковом водоемчике. Спасибо всем, кто в Уснее. Подписывайтесь на канал в Ютубе. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Ссылка на группу ВКонтакте будет под видео. Еще хочу сказать. Подписывайтесь, смотрите. Ставьте оповещение на почту. Ибо первыми будете видеть. Так как в соцсети видео доходит очень поздно. С промежутком почти недели после выпуска. Так что так. Ну и наш маленький уловчик. И даже рыбу бы жил. До свидания.